24 мая стартует предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборах в сентябре 2021 года. Основной формой проведения станет электронное голосование. Оно будет проходить с 24 по 30 мая. Чтобы принять участие в предварительном голосовании, избирателям необходимо зарегистрироваться и пройти верификацию на портале государственных услуг. Сделать это можно до 28 мая. Важно, что предварительное голосование впервые проводится онлайн через госуслуги. Процедура является абсолютно честной и прозрачной. Она полностью исключает какое-либо вмешательство в процесс. Результаты праймерис выявят тех, кому доверяют избиратели, тех, кто на деле доказывает, что готов обеспечить перемены к лучшему в Московской области и нашем Одинцовском округе.